это всего лишь запись на листе бумаги, но весь литературный мир жаждет узнать ее содержание, словно это роман века. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница Элис Монро. Она – непревзойденный мастер прозы малого жанра. Жизнь самой Элис Монро коротким рассказом не охватить. Она прошла долгий путь от дочери фермера до знаменитой писательницы. Лишь к 40 годам Элис Монро опубликовала свою первую книгу, но писала она всегда, с самого детства, как Элис Монро однажды призналась. Она даже не может припомнить, чтобы когда-то не писала. Американский автор бестселлеров Джонатан Франзен называет ее лучшим автором Северной Америки. В произведениях Элис Монро главную роль играют сильные женщины, которые, как и она сама, умело преодолевают жизненные препятствия. Уже давно леди из канадской провинции Онтарио считалась одним из главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. И вот 82 года она удостоилась ее.